Всем привет! Это канал «Разговор с Богом». И я Крутов Сергей, который ведет этот канал. Хочу вам рассказать о заряде энергии, начала энергетического пути. Покажу вам три упражнения, которые для этого нужны. Первое упражнение. Описывается круг. Превращается, соединяется уже до грудной клетки, не доходя. При этом мы должны научиться дышать. Дышать ровно и без, как бы сказать, не грудью, а животом. То есть дышать грудью мы дышим так, а мы должны из живота. Как объяснить? Не напрягаем грудную клетку, напрягаем живот из живота. Начинается движение воздуха. Упражнение мы можем повторять 10 раз в течение минуты, один подход, стоять таким образом. Второе упражнение, начинается описание круга. Описание круга идет. Описание круга. Руки опускаем вниз, вверх и в обратную сторону. Ставим руки на бока. Это упражнение таким же образом, 10 походов по 1 минуте. Третье упражнение. Руки наши, ноги на широкие, не плечи. Описываем круг. Спускаем руки обратно. Поднимаем вверх. Спускаемся. Круг и снова соединяем. И останавливается здесь. Дыхание такое же. Следующее видео. Покажу вам 12 упражнений Бодхи Дхарма. Возможно, еще одно будет видео соединение разных наших тел, чтобы мы самолечением занимались. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам много интересного. Не забывайте ставить колокольчик для того, чтобы не упустить мои видео новые.